Трансфер Алены Косторной не выгоден никому. Начнем с команды Тутберидзе. Принимать обратно фигуристку с подорванным здоровьем, потерянным тройным акселем, психологическим надломом – это, конечно, милосердно, но рискованно. Спортсмен высоких достижений приходит на каток не просто проводить время, а готовиться, а значит, отнимает время у тренеров. Чем более проблемный спортсмен, тем больше внимания ему нужно, даже на период восстановления, а это как раз случай Алены. Кроме того, группа Тутберидзе сейчас на пике, укомплектована, вся работа выстроена под олимпийский сезон, и его задачи, отношения в коллективе, расстановка сил перераспределились. Хочешь, не хочешь, а новый человек – это проблема. Тем более такой человек, как Косторная, импульсивная, эмоциональная, амбициозная. Лагерю Плющенко этот трансфер тоже не так уж выгоден. Во-первых, это все равно серьезный стресс для любого штаба, даже если ты не вырастил спортсмена с нуля. Но любое вложение сил, эмоций, финансов – все это играет на отношения. Давайте еще вспомним, что Плющенко ходил отстаивать Алену к министру спорта. Что уж говорить о четырех поставленных программах, предоставленных спонсоров, персональном коттедже – все зря? И не забываем про огромные репутационные потери. Статусная спортсменка разочаровалась в ангелах и их устройстве, продуктивности всего за несколько месяцев. Невыгоден этот переход и самой Алене Косторной. Ей трудно будет устроиться по-старому в Хрустальном. Когда она ушла, там все изменилось. Начнем, конечно же, с Ани Щербаковой, которая осталась с Этери Тутберидзе, поддержала ее в самый такой сложный момент, выиграла чемпионат России, будет бороться за чемпионат мира. А также, конечно, повзрослевшие Валиева, Хромых, Усачева. Просто так никто позиции не отдаст. А с той формой, которая сейчас у Алены, войти в ритм тренировок, принятый в самбо-70, задача невозможная. И там капризничать, как у Евгения Плющенко, просто невозможно. Надо восстанавливаться, а давление со всех сторон только усилится. Что будет с рекламными контрактами и новыми программами? После такого финта тоже непонятно. Возможно, трансфер обернется и их потерей. То есть две программы ставили ради одного финала Кубка России, который с треском провалился. Расклад удручающий. Как ни парадоксально, но вот трансфер Косторной никому не нужен.